Амен. Сегодня это был мой первый сольный концерт после той ужасной трагедии, которая случилась в Москве 22.03.24 года, которую вы все слышали. И вот что я вам скажу. Все мы одна семья, а в семье чужого горя не бывает. И в трудную минуту мы должны сплотиться, поддержать и помочь друг другу. И я надеюсь, что вы поддержите меня в моем решении, что все полученные средства от сегодняшнего концерта пойдут на помощь всем пострадавшим той страшной трагедии.